Другим темам. В Новосибирске построят 4 новых садика и 3 пристройки с ясельными группами. Для детей до 3 лет появится более 1000 мест. В Южно-Чемском микрорайоне уже вырыли котлованы и забивают сваи. С подробностями Александр Сульдин. 2-летний Данил пока гуляет только возле дома на детской площадке, но скоро пойдет в садик. Правда, за 4 остановки от дома, на площади Кирова. Родители ждут, пока рядом с их домом построят новый детский сад. Мы только переехали, поэтому мы и не здесь получили очередь в детский сад. Встанем на очередь, если будет возможность, сюда хотелось бы. Сейчас Юлия вместе с сыном нет-нет, да и пройдет мимо стройки, посмотрит, что изменилось. Новшества замечают каждый раз, настолько быстро работают на площадке садика. Еще недавно тут был пустырь. Сначала в котлован укладывают вот такие вот белые блоки. Оказывается, это обычный пенопласт. Его здесь огромные запасы. Делают это из-за особенностей местного грунта. В нем много воды. Поэтому фундамент решили поместить на такую вот мягкую подушку. Так надежнее, говорят строители. На пенопластовых подушках, сваях и фундаменте будет стоять большое трехэтажное здание. Группы будут с отдельными входами, а еще 2 зала – спортивный и танцевальный. Все, чтобы детям, которые сюда придут, не было скучно. Проект типовой, рассчитан на 220 воспитанников. В городе возведут еще несколько таких садиков, делают и пристройки, в которых разместят ясли. На территории города в течение 2 лет, 2018-2019, именно типовых на 220 мест должно появиться 4. В Первомайском районе на Марата. 4, 7 оттуда. А еще 3 строятся пристройки. На площадку приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Лично контролируют строительство. Решают важнейший вопрос – создание ясельных групп. Здесь их будет 4 для 80 детей до 3 лет. В следующем году мы прибавим количество детских мест, ясельных именно мест. Более 1000, ну 1048 проектно, но на самом деле… По факту будет, конечно, больше. Проект развития социальной инфраструктуры получил поддержку на федеральном уровне. Новые группы собираются открыть уже к 1 сентября будущего года. Так что следующей осенью родителям 2-летнего Данила уже не придется возить сына до садика 4 остановки. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!